Всем привет! Сегодня в Крыму идет дождик, но погодка все равно тепленькая, а я вам покажу, как у нас тут все цветет. Вот это хинамелис японский, он только зацветает. Вот это скоро уже будет сирень. Это жимолость. Запах у нее просто невероятный. Медовый. Вот она тоже жимолость. Ой. Здесь она растет такими кустами, их обрезают, потому что она очень сильно разрастается. И когда проходишь мимо такого кустика, то аромат на 3 километра. Также очень хорошо пахнут абрикосы. Вот тоже цветущее дерево, все в цвету, белоснежное. А позади розовые кусты хинамелиса. Ой, ну да. Тут тоже запах невероятный. Вот это слива. Смотрите, просто какое-то великолепие. Это слива желтая, лыча. Потом на ней огромное количество маленьких желтеньких слив. Они падают, никто их не собирает летом. Обалдеть, я обожаю это дерево. Оно цветет до самого низа. Вот оно как смотрится. Еще вот так вот цветет хинамелис. Это розоватые такие цветки, это абрикос. Он какой-то такой тут беленький. А белые это сливы. Еще может быть миндаль, но здесь я точно знаю, что вот это сливы. Это тоже декоративная слива с красными листиками. Начинает потихонечку расцветать. Это вот фиалки, по-моему, лесные. Вот это вот голубые аризонские кипарисы. А у них такая как бы пирамидальная форма, но это тоже кипарисы. Обычные кипарисы, которые мы все знаем, привыкли их видеть. Вот в Алуште уже цветет миндаль. Вот так выглядит вблизи. Вот здесь вся улица цветущая. Пока идешь, и все кругом цветет.
растущие деревья выглядывают практически отовсюду. А вот это розмарин. Запах у него тоже очень обалденный. Не знаю, даже не знаю, что это такое цветет. Какая-то лиана. Это мы находимся в центре Лужного. Погодка не очень, но мы не унываем. Сейчас, возможно, там еще что-нибудь найду интересное. Вот такие желтенькие. Я забыла, как они называются. Вдоль дорог, везде по трассе растут, но они уже отцветают.